Порядка 2 миллионов сирийских беженцев больше не будут получать бесплатные талоны на еду. Ими люди расплачивались за продукты в магазинах в Иордании, Ливане, Турции, Ираке и в Египте. О вынужденных мерах, хотя и временных, объявила Всемирная продовольственная программа, состоящая в ООН. Основная причина – нехватка финансирования, сообщает руководство программы. Если необходимые средства поступят до конца года, то выдача талонов возобновится. Тем временем беженцы в отчаянии. Кроме еды, у многих нет теплой одежды и обуви. Обуви на зиму. Больше всего страдают маленькие дети. Сейчас сирийские беженцы находятся в самом трудном положении. Мы это понимаем, однако обеспечить порядка 2 миллионов человек продовольствием пока не можем. Я прошу жителей соседних государств Ирака, Иордании и Ливана протянуть руку помощи и позаботиться о людях в холодную зиму.